Игра понравилась. Может быть, в первом тайме не все получалось, но здесь я, наверное, делаю скидку на то, что все-таки мы выбились из игрового тонуса. Все-таки за полтора месяца мы провели только одну игру. Это, конечно, очень мало, поэтому в первом тайме сказывалось в наших действиях. Очень часто отдавали мяч в простых ситуациях. Во втором тайме было гораздо получше, то есть создавали моменты. То есть, в принципе, могли и выиграть игру. А так, качеством игры я очень доволен. Счет 0-0 в первом тайме. Как настраивали ребят на второй тайм, особенно с учетом того, что, как вы сказали, игровой тонус? Ну, просто внесли небольшие поправки по игре опорных полузащитников. То есть команда соперника создавала у нас преимущество на флангах. Поэтому здесь мне какие-то корректировки нужны были. В принципе, во втором тайме уже не давали столько пространства соперникам. Поэтому в втором тайме игра более смотрелась в нашем исполнении. И концовка игры, опять-таки, по такой погоде довольно проблематично было. Как удалось сохранить силы вот до конца матча, до финального сезона? Ну, они футболисты, они тренируются, они должны терпеть. Игра 90 минут длится, соперник в таких же условиях находился. Поэтому скидки на погоду, я не могу сказать, что сегодня такая уже была жара сильная. Поэтому мы продолжали играть, да, на морально-волевых. Это футбол. Сегодня ты первый раз играл за дубль. Твои впечатления, целевое удовольствие? Ну, тяжелая игра, погодные условия, несли свои коррективы. Команда одна из лидеров, было тяжело. Ну, дебютировал, тоже положительные эмоции. Какой самый сложный отрезок сегодня был? Наверное, начало игры, когда Батэ взял мяч под свой контроль. Долго мяч контролировали, разворачивали атаку. Без мяча в основном бегали по такой погоде. Ну, было тяжело много сил потратить. А концовка игры все-таки по такой погоде, по жаре, да, довольно проблематично. Ну да, жарко все-таки. Тяжело было всю игру бегать. Но я во втором тайме вышел, мне, в принципе, более-менее еще дышалось. Счет, как ты считаешь, по игре? Ну, я думаю, да. В принципе, игра ничейная. Были моменты, как и у Батэ, чтобы выиграть, что у нас тоже в конце были, чтобы выиграть. Ну, так получилось. Как оценишь сегодня свой дебют за дубль? Ну, давайте я не буду оценивать. Пусть тренер лучше будет оценивать. Хорошо, спасибо.